Тонька. Всем привет. Привет, 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 друзья, добро пожаловать. Don't Scream продолжается, вторая серия. Подожди, Don't Scream начинается. Этот ролик, скорее всего, выйдет после ролика, который выйдет у Олега на канале, но на моем канале это будет первая серия, которую вы увидите раньше на моем канале, чем на канале Олега, не щекайте меня. В общем, всем привет. Олег мне дал поиграть в такую вот интереснейшую, страшнейшую игрушку, и знаете, я решила, что надо записать для своего канала. Поэтому вы должны, во-первых, обязательно поддержать меня лайком, потому что игра очень страшная. И если вам интересна первая часть, то заходите на канал Олега. Может быть, я оставлю ссылочку на твой канал. Так короче, я бесплатная... еще три видоса вообще-то записал. Бесплатная реклама. Спасибо. Итак, что нам с вами нужно сделать? Давай я кратенько просто расскажу, если у меня ребята не знают. Нам с вами нужно гулять по лесу, тут будут всякие скримаки страшные, ужасные, олени бегать. Ну, в общем, короче, будет страшно, и надо молчать. Ну что? Нет, почему? Можно шепотом. Главное, чтобы вот та вот белая полоска не заходила в красную зону. Вот красная зона, все, мы проиграли, умерли. Все, не кричи, пожалуйста. Все, я не так, кричу. Все, пошли. А, надо плей нажать. Ну, я немножко подзапуренный хотел сказать, потому что Даша у нас в фокусе, а ну, я типа я на играю. Втором плане. Играю я на геймпаде Олега, да. Потому что на геймпаде реально удобнее. Может, вот так вот как-нибудь сделать? Ну, поехали, давай, чекуля, жги! Уже колюша, я туда не пойду. Надо аккуратно обходить все лужи.
Тогда посмотри, может, Алекс. Алекс, выйди. Там на втором этапе. Там, наверное, что можно. Да я услышу на тебя. Там обитель, чем раз. Хорошо, ладно. Ладно, я вообще-то пошутил. Я снял все. Ты не представляешь, какие там жуткие звуки. Кто-то плачет, кто-то рыдает, кто-то щелкает. Ну так в этом-то и суть, Дашечка, давай, не жди. Суть! Так, подожди. Дом мы прошли, мы сейчас... Я хочу обойти этот дом. Мы сейчас туда вернемся. Нормально. Ты хочешь обойти его? Да, я не хочу в него заходить, я хочу его обойти. Снять будешь или протевать? Угу. Значит, я хочу... У меня спина уже прямо болит. Супермен. Чё-то хреново Супермен. Что-то Супермен меня это самое. Супермен такой, немножко престарелый. Не очень как-то, да, получился. Где я завязала, я не знаю, но... Смотри, Том скрип. Не пиши, не... Олеж, ну не надо. Не ловит. Ты видела, как я филигранно губами сделал звук, а он не словился на микрофон? Значит, я могу его издавать, и никто не услышит ничего. А если я попрошу тебя его не издавать? Мне так страшно. Либо ты сейчас будешь сидеть, смотри, следующую катку ты в наушниках. Комарики. Все. Я не знаю, как... Я молчу. Я сейчас тебе рот скотчем заклею. Дашь воды, я допью. Там есть вода? Кока-кола.
Попил водички. Блин, ты сломала. Я у тебя все сейчас из рук посмотрю. Может, тебе еще спиннер дать, кликер какой-то? Не... Thank you.
эти лапы. Не напрягай. Там какой-то звук. Какой? Не знаю, какой-то шепот. Иди на шепот. Да куда я иду? Гребаный кабан. Че ты обзываешься? Я ж не такой пришел. Да тут пробежал кабан. Что это было, блядь? Какой что хер? Что я это было? Туда, нет, а что это было? Человек, по-моему, пробежал. Человек? Блядь, пробежал человек. И заорал. Ты что, прикалываешься? Какой человек? Мне пока есть в капюшоне, как этот перс из Крайофира. Посмотрим ну, потом. Я потом посмотрю. Потому что, давай ну, еще. Хоть давай, возьми да. Один на у... Тут реально звуки. Не, Даш, ты пиши. Я же вижу, я же пугаюсь. Ну, ты тоже. Же не слышишь звуки. Ничего. Надень на Даш, давай дописывай. Не это самое, не вредничай. Видите, какое упрямое? Блин. Давай пойдем в маркет тогда, наверное. Маркет. Сходи на кладбище. Ты на кладбище так и не дошла а, ни да. разу. Ни в той серии, ни в этой. Ну, Олеж, ну сейчас опять упаду. Говорила, балакала, силы та и заплакала. Это, по-моему, про тебя. Я же проверяю возможности. У этой игры большие возможности. Я их проверяю. Возможности? Зачем ты? Ты допил всю колу. Посмотрите, что он сделал с колой. Смотри. Просто тупо иди прямо. Смотри, я встал. Смотри, просто по прямой иди, и все, не отворачивайся. Да я не отворачиваюсь. Я просто смотрю на второй экран. Я тебе говорю, я иногда ужасы пишу, глядя на второй экран. И так страшно.
кажется, пробовал тебе какие-то надо, веры. Тебе надо развал схождения сделать, тебя кринет в бок. В сторону. Может, просто мне кола не досталось, и я пить хочу. Тебе надо борщ смазать. Я сейчас тебе смазаю. Дай мне руку куда-то положить, то как-то я нервничаю. О! Что это такое? А, мы пришли. Голодовище. Да. Пуховую Ваську. Какую пуховую Ваську? Даже тебе не этот. Вылетит безюхастый. Поизучаю, тут ничего страшного, что на кладбище. Зайдешь в склеп? Нет, я что? Зайди, интересно же, что. Ты нормально вообще? Извини. Знаешь, я бы сказала, кто ты. Дашка, ну это же надо было сделать. Ну ты зашла в склеп днем. Что я мог еще посмотреть, придумать? Посмотреть, может, меня там спуск был вниз. Тут не у тебя был спуск наверх с таким классным компаньоном, как я. Видишь, вот... Все, смотри. Ротик, ротик. Ротик на замочек. Я молчочек. Все, я молчу, я ничего не делаю. Все. Я пойду сейчас опять на кладбище, но я хочу... Все, я хочу дальше кладбище пройти. Ну и какого хера я упала? Ну так вот в этой игре, к сожалению, есть проблемы с чувствительностью. По факту ты ничего не кричала. Ты даже просто уловил какой-то звук. Давай еще раз. Угу.
Можно приседать на плечи. Чтобы рассматривать как этих монстров, которые сидят в камере. Вот смотри, опять какие-то халявы. Еще раз сыграем. Давайте попробуем один раз. Если я сейчас хэпну, значит так и будет. Сделай чувствительность по приколу больше, давай. Она все равно мало пикирует. Давай тупо молчим, короче. Давай на 15. Или 20. Давай 20 поставим и вообще тупо молчать будем. Все, ребят, молчим. Не, оно работает, видишь, пикирует. Мне потому что, сука, вот с пены у рта доказывали, ты поставил 2%, у тебя нет никаких скримеров. Так игра же обновилась, ты же видишь, что... Да оно не влияет никак. Нет, я имею в виду, они же чувствительность пофиксили. Это не влияет. Я думаю, что это не влияет, моя точка зрения. А я думаю, что мне скримеры... Доказывают... А это же глупо, смотри. Ты сидишь, тупо молчишь, тебе будет каждый скримак, если у тебя каждую секунду будет скримак. Они будут чаще появляться. И ты будешь чаще проигрывать. Ну, так в этом-то и суть. Усложнение. Все, 20% молчим. Ребят, хардкор. Молчим. А, да, надо play нажать. Ты мог громче это сказать? Вот сейчас точно последний раз играю. Все, ладно, ну зато смешно было. Все, я молчу, сейчас смотри. Последний. Я даже отклонюсь. Хочешь подальше? Я могу подальше отклониться, и меня не будет слышно.
почему так камера отражает? Справа что-то было, я хотел тебе сказать, но и оно почему-то оно уловило. Справа что-то было. Фух, я думаю, что на этом надо сделать перерыв. У меня нервы не железные. Да. Было, нет, вообще игра интересная, но мне вот если бы тут именно пофиксили вот эту вот фишку. Ну просто здесь мы ничего реально не говорили, но почему-то я такая упала и все, и меня здесь нет. Интересно. Классно. Я рад, что тебе понравилось. Ребята, если хотите, мы можем еще поиграть. Тогда до новых встреч. Всего хорошего, ребятки. Пока-пока. Пока-пока.